И всем здарова, ребята, с вами я, Хендик, и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Значит, бесплатная переноска. Вот переноска, чтобы вы могли создать свою коллекцию питомцев, откройте ее и поздоровьте своим меховым другом. Получите. Хорошо, я давно не заходил, так что все грустные. И я понял то, что когда у них нет настроения, они не работают. Да, так же ведь, да? Так что ты сюда. Ну и ты сюда. А мы пока будем все задание получаем. И давайте тогда откроем контейнер. Я специально его не открывал. Ржавый револьвер. Опа. Золотые часы, хлам. 100 крышек, энергия, ну 500 крышек. Ну-ка, а здесь что? Кошка. Питомец Мерлин. Время создания УПО. А где у нас питомцы? Надо было прочитать все-таки. Я думаю, вот ты. Нет, не ты. Вот ты. Я дам тебе ржавый пистолет. И все, иди на разведку. А вот сюда. Вот кому тебе дам вот кошку. Тебя по энергии у нас все хорошо, по еде у нас плохо, так что давайте будем. Нет, вот так вот. Подожди, сейчас с мороженым. Все. Улучшим. Все, у нас будет одна столовая вообще. Хорошо. Какие у нас там задания? Должен родиться один ребенок, он уже родился, выдать костюм этому жителю. Все. Идем открывать. Значит, пряжа. Костюм. Вода, хорошо, крышки, и на 500 крышек. Можно лучше за 1100. Не, давайте создадим. Место есть? Нет, места нет. Я думаю, вот это можно уничтожить. Потому что зачем оно нам? Пойдешь ты вот сюда. Там уничтожить. А куда тебя запихну? Давай сюда. Да-да-да, там есть место. Кстати, как у нас там поживает этот? Вроде все хорошо. Этому уничтожаем. Да. И будем... Что построим? Лабораторию или медпункт? Или кладовая? Увеличить максимальный запас... Отпросить жителей сюда, чтобы произвести симулятор, отпросить жителей сюда, чтобы произвести антирадиант. Или сделаем еще один генератор. Давай туда отправим, как у вас. Вы несчастливые, да? Создадим тогда медпункт вот сюда, а лабораторию нет, вот сюда. Ну чтобы здесь медпункт, а здесь лабораторию. Есть дикий пес,
убит. Нужно убить этого дикого пса, пока он меня не сожрал. Повышен опыт 200, потому что что урод для мелких. Кратко, крыс. Хочет напасть на меня. Понял, мертв. У нас едой все плохо, так что иди лучше. Кошку у тебя заберем, какая тут кошка. Тебя. Пойдем вот сюда. Кошку поставим. Что у нас с едой все плохо. Отлично, отлично. Значит, что у нас все за задание? А, это не задание, ты не туда зашла, заберу. Продать оружие или костюм? Ну это легко. Я лучше костюм продам. Все продал. А забрал уже собрать из воды и пищи. Где у нас еще не работают здесь? Тогда ты пойдешь сюда. Ты пойдешь сюда. Нет, тогда ты сюда заново. А ты тогда сюда. Чего у этого? Тупо опыт получаем и все. Нам нужны крышки. Я 200 крышек. Угу. Я вне записи, то есть у меня родилось два ребенка. Вот один вот. И вот второй. Где второй? Не вижу второго, если честно. Вот один, а где второй? Походу только один, я вроде... Нет, да, два было. Ну ладно. У тебя что? Понятно, что с тобой. А вот один. И сверху два было. Вот два. А как мне их развеселить, я же не знаю. Ладно, давай назад иди уже. Да дойти мгновенно весь. С помощью, ну я знаю то, что он может быстрее прийти. Подтвердить. А где он сам? А вот он. Что-то медленно как-то идет. Ну так, значит, давай быстрее. Потому что... А мы ничего и построить не можем, понимаете? Нет, вот можем вот это столовую еще, но зачем? Жилая комната. Ну можно, кстати, построить вот да здесь. Забираем. Ну вот ты пойдешь вот сюда. Скряга, приз получен. И здесь давай тоже попробуем. Уличить до четвертого. Надо всех как-то развеселить. Здесь кошка помогает еду делать, с водой она все хорошо. О,
А это могу вот так людей назначать. Но эта игра больше пассивная, так что, ребят, если вам видео понравилось, я опять же вне записи буду улучшаться, чтобы потом снять видео. Так, надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Всем пока-пока.